Кино снимет, она уже знает, как кино. Она уже снималась. Потом на залив она сходит с папой, с тетей Эмой, со всеми. Покупаемся, ну-ка. Посмотри на дядю Диму. Ты нормально смотришь, ты что так смотришь? Да, так вот нормально. Хорошо, она все смотрит. Скажи всем привет. Улыбнись-ка. Скажи маме привет. Мамочка, и тете Гале. Вот так скажи. Тете Галя привет. Дядя Дима привет. Дядя Саша привет. Эмма. Начинает кидать. Скажи всем привет из телевизора, потом же по телевизору будешь себя смотреть. Скажи. Вот так вот рукой делай. Скажи, мне 3 года. Вот. Я с папой, скажи, отдыхаю, шашлыки ем. На. А какие комментарии? Она просит всегда, когда ей захочет, раз не хочет. Привет, иди поздоровайся с бабушкой Верой. Проходи. Витя, вылазь уже из машины, а? Саня, возьми сумку у Вити, а он возьмет Тони. Тони. Он не кусается. Тони. Тони, зови-ка его. Тони. Здравствуйте. Здравствуйте. Принимайте гость. Витя, учти, что тут кошка, держи крепко. Привет. А, твоя? Да. Что, в школу уже пошла? Это да. Называется... Ой, это... Эмма. Нравится? Здравствуй, держи, подойди сюда. Сейчас я тогда за дверь. Эммочка. С воротами оторву. Ой, смотри, собака. Оу, оу, оу. Хорошо, опор. Молодец. О, в этот раз правильно взял. То с торца берет. Ой, молодец. Как он выработал, как и ты. Я собачий вот так плаваю. Хорошо. Отходи, чтобы он около тебя, он подойдет. Я там близко. Ой, хорошо. Брусил. Он устал, находился. Брусил так. Хорошо, хорошо. Слышит и видит под водой. И слышит под водой? Да. Очень хорошо. Она не кусается вообще? Не знаю. Засасывает, да? Ой, скажи, она испугалась. Испугалась? Много мужчин. Свистеть? Нет. Это что значит? Жест? Чтоб тащила. Правильно выполняет, надо. Чтоб колечко тащила. А, она любит, когда свистят, что ли? Почему это? Надо так правила такие, чтобы она свистит. А, если правильно сделать, то вы свистите, да? И рыбку даёт. Я тут дрессировщик. А гладить её можно? Нет, нельзя, она укусит. Приворачивайся. Ух, какая Сергей. Приворачивайся. Ой, тепки. А зубки остренькие? Да, вот отверстие, это у него ушные отверстия. Ушные отверстия, да. Дальше есть прищепочку. Вот так. Ну, она изогнулась, вся ласка-то изогнулась. Постеснялась уже? Постеснялась. Да, мы уже речки покатаем. Пойдемте на представление. Ну, где ты, Бручата? Куда мы подъехали? Бручата, где устряпал? Ну, устряпал, здесь каждый день бегаю. Эмма, ну давай показывай хозяйство дяде Саше. Проводи экскурсию. По дому. Папа, да? Да. Ладно. Вот, Саня пришел на экскурсию.
к Вите, что Вите, Сане никто не помогает, и вот Вите тоже никто не помогает. Вот елка. Вот это елка. Да. И вот ему никто не помогает, Саня. И надо, чтобы у тебя елка была. Вот мы смотрим хозяйство. Работает циркулярка по полу. Косит, наверное. Вот видите на хозяйство. И никто ему не помогает. Вот так вот. Видите, гости приезжали. Так, кто тут мои друзья? Где мои друзья? Которые к нам убегали. Так, вот это Тони. Это на мне записан пес. Учти, Саня. Я убегал, говори мне. Оба они, оба. Оба. Оба, да. Это Рик. А это как? Это Рик, это с Германии он приехал. Он открывал в купальный сезон в наши края. Да. Вот это тоже. Он зомби бегает с игрушечкой. Эмма. Там сидит Тонька, да? За тобой. Это Рикуша. Так, где там Витя? О! Вот видишь, Саня, вот видишь, был огород, а теперь все в зелени. Зомби бегает. Витя, за работой. Витя. Она влажная, да? Зомби, иди сюда. Витя, я собираюсь в понедельник косить траву. Вот из Вити на хозяйство. Сад. А я думал, ну приедете, думаю, надо выкосить. А там же самая мелкая, да? Где никто не помогает. Она же сучка. Все-таки вот это продается шведская, которая хорошая. Так, Паша, другой год. Вкуснее. Пусть она делает тот, кто умеет делать. Занимается. Саша изучает опыт ведения хозяйства. Уже все занимаются. Если свеклу садят, то только свеклу. Если помидоры, то... Монокультура неинтересна.